Конкурс инвестиционных проектов для субъектов малого бизнеса объявлен в Могилевской области. Победители получат субсидии для частичного возмещения выплат по банковским кредитам или договоров финансовой аренды. Поощрение предусмотрено для тех, кто выпускает продукцию для энерго- и ресурсосбережения, внедряет новые технологии, планирует создать либо расширить производство. Обязательное условие для предпринимателей – создание новых рабочих мест. Документы на участие в конкурсе принимает Комитет экономики Могилевского облсполкома. Срок подачи до 30 сентября.